Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Да, все верно. Ну, это, собственно говоря, я. А как зовут вас? Очень приятно. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Итак, я вас слушаю внимательно. Вы хотите сшить плащ? Уже конкретно или просто проконсультироваться? Прямо серьезно настроен. Хорошо, давайте тогда для начала я заполню у вас кое-какую информацию. Так, имя ваше я уже знаю. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Через Е, да? Хорошо. И назовите, пожалуйста, контактный телефон. Хорошо. Ну, теперь у меня есть вся необходимая информация. Я сейчас немножко позадаю вам вопросы, чтобы понять более конкретно, что вы хотите. Итак, вам нужен плащ. Демисезонный. Ну, давайте по порядку. Застежка. Центральная, смещенная, однобортный, двубортный, двубортный. Погоны. Паты на рукавах. Карманы накладные. Я уже примерно понимаю, что вы хотите. Пояс. С поясом. И что еще? На груди. Давайте, знаете, как поступим с вами? Я сейчас вам покажу в интернете некоторые модели. А, у вас есть... Ну что же вы молчите? Да. Все, я понял. Я понял, вы хотите себе тренчкот. Да. Очень хорошо. Прямо вот такой же, как на картинке, да? Такую же модель. Ну, в процессе пошива кое-какие мелкие детали мы с вами сможем изменить по вашему желанию. Ну, конечно, лучше заранее уже сориентироваться, что конкретно вы будете носить в конце, когда я закончу. Хорошо. Силуэт такой же оставляем. Полуприталенный. Ну, смотрите. Приталить я могу всегда, а вот сделать силуэт более прямым, когда он приталенный, будет сложнее. Так, ну хорошо, разобрались. Материал у вас есть или будем подбирать из того, что имеется у нас в запасах? Даже с собой можете показать? Очень хороший, прям идеально подойдет. Цвет вам к лицу будет, если не секрет, где покупали и сколько стоит. Неплохо, неплохо. Так, ну, все отлично. Теперь я готов снять с вас мерки. Да? Ну, давайте приступим. Так, вставайте прямо. Стойте, как обычно вы стоите, не надо слишком распрямляться или как-то вот наоборот сутулиться, расслабьтесь и примите конкретно такую же позу, ну, вашу обычную, как вы ходите, на грудь колесом там или еще как-то, потому что потом я не посажу на вас изделие, если мы снимем неправильно мерки. Ну, точнее, я посажу, но это будет сложнее. Итак, давайте приступим. Первая мерка. Полуобхват шеи. Так. Так. Что тут у нас шея? Я буду измерять и записывать.
приподнимите, пожалуйста, руки чуть вверх. Угу. Поймал. Угу. Можно руки опустить. Встаньте обычно, прямо. Измерим талию. Угу. Так, немножечко, да, спасибо. Так. Полного талии. Давайте посмотрим, сзади немного поправить надо. Хорошо. Угу. Отлично. Так, теперь полуобхват бедер. Угу. Давайте. Да, если не трудно. Угу, сзади. Так. Извините, придется немножко там поправить. Да-да-да. Угу, все нормально. Хорошо. Длину изделия, пожалуйста, примерно покажите. Угу. Так. Угу. Угу. Вот до сюда, да? Пониже. Вот так. Угу. Хорошо. Угу. А теперь давайте измерим длину рукава. Угу. Давайте с правой стороны померим. Так, так, так. Длину будем делать вот до сюда, до косточки, да, как обычно. Ага, хорошо. Теперь, пожалуйста, приподнимите руку вверх. Снова. Угу. Хорошо. Значит, длина рукава у нас. Ага, обхват, окей. Теперь, пожалуйста, руку вперед потяните мне. Угу. Я, давайте вот эту же направо померю ваше запястье, измерю. Угу. Так, теперь стойте ровно, еще сниму пару мерочек. Угу. Так, классно, крутить. Ага. Так, поднимите, пожалуйста, руки опять. Угу. И со спины мне сейчас нужно будет пару мерок снять у вас. Ага. Так, так, так. Что тут у нас? Угу. Не-не, расслабьтесь. Да-да-да-да. Ага. Так, хорошо. И давайте с другой стороны. Сейчас. Так, 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 так.
Так, ну, в принципе, это все, что мне нужно. Угу. Так, давайте мы с вами в заключении подведем небольшой итог. Значит, материал тогда остается у меня. Не-не-не, сейчас платить ничего не надо. Я сейчас заполню квитанцию, дам вам расписаться. Угу. Материал остается у меня. По вашим меркам я строю лекало, строю чертеж. Вот. Выкраиваем детали основные. Угу. Ну и на первую примерку где-то... Давайте через неделю. Угу. Так, сейчас я вам скажу точно. Так, это у нас получается четверг, да? Удобно вам четверг? Угу, хорошо. И тогда получается, ну, после обеда где-то, да? В обед вам удобно? Ну, с часу до трех. Подойдет? Угу. Половину второго. Хорошо. Просто замечательно. Ну все, тогда я подготовлю изделие к первой примерке. Мы с вами померяемся. Если нужно будет, внесем какие-то коррективы. Так, я сниму еще несколько мерок, которые будут мне нужны. Ну и, в принципе, все. Будем шить дальше. Я буду вас держать в курсе работы, да, но где-то в следующий вторник я вам уже позвоню, подтвержу насчет четверга, ну, в принципе, все, да. Так, ну, сейчас у меня много работы, ну, постараемся где-то, ну, в месяц уложиться, угу. Подходит вам. Хорошо. Ну, если очень срочно, если прям вот очень за срочность, да, 25% сверху. Ну, если прям очень срочно надо. Ну, обычно это какие-то платья срочно шьются. Верхняя одежда всегда шьется с запасом времени. Ну, ориентироваться будем где-то месяц. Хорошо. Ну, в принципе, на этом все. Вот. Вот здесь галочка, подпишите, пожалуйста. Ручка. Угу. Угу. Спасибо. Все, я основную работу сделал. Во вторник позвоню вам. Ну и через неделю увидимся. Да. Угу. Вам спасибо, что обратились ко мне. Да, всего доброго. До свидания. Так. Привет. Ну что ты там, на обед идешь? Угу. Ну да, давай, как обычно, туда. А что там сегодня? С макарошками? С пюрешкой? Ну все, пойдем скорее, так есть хочу. Угу. Ну давай, да, там встретимся. Ну все, давай.